По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции в общей статистике заболеваемости среди взрослого населения. Причем в группу риска входят не только люди преклонного возраста, но и молодежь до 30 лет. С 1 марта 2012 года на базе поликлиники номер 2 работает Центр здоровья, где каждый желающий может пройти комплексное обследование и получить необходимые рекомендации и, если потребуется, медикаментозное лечение. В Центре здоровья мы обследуем следующие функции. Функцию работы сердца, исследуем скоростные объемные показатели органов дыхания, лабораторные показатели, уровень сахара и холестерина в крови, причем результат мы выдаем сразу, так как он смотрится при помощи экспресс-анализа, смотрим периферические артерии, состояние периферических артерий, вычисляем индекс массы тела, тем самым смотрим, есть ли у пациента ожирение или избыточная масса тела. И стараемся скорректировать и нивелировать факторы риска, которые являются причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. И если мы на первом этапе скринингового обследования выявляем какие-то факторы, назначаем лечение, мы приглашаем пациента на повторный прием, оценить, каков же результат лечения. Неправильный образ жизни, низкая физическая активность и вредные привычки оказывают серьезное влияние на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Что мы относим к сердечно-сосудистым заболеваниям? Это артериальная гипертония прежде всего, которая является причиной развития и хронической сердечной недостаточности, и какой-то другой острой сердечно-сосудистой катастрофы, инфаркта, миокарда, инсульта. Источник, провоцирующий фактор – это курение, которое способствует затем атеросклерозу сосудов. Это избыточная масса тела, которая нарушает обмен веществ, способствует развитию эндокринологических заболеваний. Посещение кабинета стоматолога-гигиениста также входит в программу обследования в Центре здоровья. Специалист не только проводит диагностику заболеваний зубов, полости рта и дает профилактические рекомендации, но и оказывает такие услуги, как снятие зубного камня, реминерализация и профессиональная чистка. Обследование в Центре здоровья проходит пациенты, начиная с 18-летнего возраста. Обследование абсолютно бесплатное. Пациенты записываются на удобное для себя время. Весь объем обследования занимает не больше 40 минут, включая консультацию терапевта. При себе нужно иметь паспорт и полис, страховое свидетельство. Центр здоровья для взрослого населения, он работает и для пациентов, прикрепленных к первой поликлинике, и принимает пациентов, прикрепленных ко второй поликлинике. Пациенты проходят обследование раз в год и по назначению врача могут прийти повторно.